Всем здрасте, это влог, короче, будем делать пряничный домик, все поняли? Вот такой вот пряничный домик, вот здесь еще инструкция, завидуйте молча, Бобби. Наш питомчик уже ждет, пока тортик закончится. Короче, первое, это вот такая вот склейпомазка. Конечно, мы будем клей кушать, конечно. Не знаю, зачем эти конфеты, наверное, в подарочек, покушать нормально надо будет. Это вот такие вот штуки, чтобы покрасить дом. Сама не знаю, зачем. Так должно получиться. Я не такой буду делать. Я буду делать самый смешной домик на свете. Мне уже, если честно, страшно. Короче, выглядит как-то вот так. Это потом вот так, потом вот так. И сейчас прячет домик, потом склеить этой фигней. Получится настоящий пряничный домик. Сейчас покажу результат. Уже домик чуть-чуть готов. Только крышу оставил, сколько сделать. Вот так. Ждите второй части.